эфире Лидского телевидения информационная программа «События». Студия Александра Бурч. Здравствуйте. Начинаем выпуск с анонса материалов моих коллег. То, что важно услышать. В Лидском районе прошел единый день информирования. На благо города и его жителей. На улицах Лиды ведется плановый покос травы. Избавиться от отходов, не нарушая закон. Работники жилищно-коммунального хозяйства рассказали, какой мусор нельзя оставлять рядом с контейнерными площадками. В целях профилактики в Лидской центральной районной больнице можно сдать тест на вирус папилломы человека. Не оставляйте детей одних, стартовала ежегодная республиканская кампания Министерства по чрезвычайным ситуациям. Губернатор Гродненской области Владимир Караник провел рабочую встречу с первым заместителем председателя законодательного собрания Калининградской области Ларисой Швалкене. Отметим, что сегодня в Гродно на финальную конференцию «Россия-Беларусь. Крепкое партнерство-2» прибыла делегация Калининградской области Российской Федерации. Ничто не укрепляет лучше добрососедские отношения между государствами и народами, как взаимные интересы. Об этом сказал председатель области. Был исполкома Владимир Караник во время пленарного заседания «Россия-Беларусь. Итоги и перспективы сотрудничества». За время реализации проекта расширилась география партнерства. Подписаны соглашения между 12 муниципалитетами Калининградской области и 9 районами Гродненской области, а также между нашими областными центрами. А в рамках нынешней встречи еще два района Приниманского края, Ашмянский и Ивьевский, наведут мосты дружбы с двумя округами края Янтарного, Советским и Правдинским. На сегодня мы подводим итоги проведенной работы за год. Этот год показал, что наши регионы настолько стали активно взаимодействовать, что вылилось и в количестве подписанных соглашений. На сегодняшний момент 19 подписано будет соглашений о сотрудничестве наших регионов на уровне районов и муниципалитетов. Но нужно отметить, что началась такая широкая интеграция не только на уровне законодательной и исполнительной власти, а на уровне учреждений образования, на уровне общественных объединений, на уровне даже поселений. Это говорит о том, что наш проект своего рода такая диалоговая площадка, где обсуждается и есть возможность поделиться опытом и по созданию и развитию гражданского общества, и по развитию местных территорий, и по формированию деловой активности жителей. То есть это тот формат, который позволяет обменяться опытом, взять лучший опыт, перенять для себя, ну и, конечно, вместе с тем влиять на формирование идеологического составляющих наших стран. Потому что у нас одинаковые корни, у нас одна история. Это позволяет сохранить историческую правду, это позволяет сохранять и не допускать искажения нашей истории. Поэтому очень много проектов направлено на формирование сознания молодежи наших двух регионов. Если подводить итоги этого года, то кроме соглашений, которые подписаны на уровне муниципалитетов и районов, необходимо отметить, что совместно сформировано и сформулировано 59 проектных инициатив и проектных заявок. Некоторые требуют, конечно, финансирования, а некоторые могут реализовываться и без отсутствия финансирования. Вместе с тем появились такие макропроекты, которые объединяют проблемное поле двух регионов. Это подготовка к будущему году, к 80-летию Великой Победы. Это проект связан с развитием медиапространства, медиасферы, начиная от школьных учреждений. То есть это те темы, которые актуальны для наших регионов и которые, конечно, будут реализовываться и в дальнейшем. Каждый третий четверг месяца в Беларуси проходит единый день информирования населения, в ходе которого члены информационно-пропагандистских групп встречаются с трудовыми коллективами организаций, говорят с ними об актуальных на настоящий момент темах. В Лидском регионе очередное информирование состоялось в стенах Йотковской средней школы, где ключевые вопросы обсуждали с работниками данного учреждения и населением Третьяковского сельисполкома. Отдельно встретились и с коллективом аптеки «Фармация» в Лиде. Основной темой дня информирования стали ключевые аспекты послания президента Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
Глава государства обратился ко всем белорусам, к нашему белорусскому народу с тем, что каждый белорус ответственен за будущее нашей страны. Мы приняли два важнейших документа, в которых тоже сказали на весь мир о том, что мы, белорусы, мирная нация. Мы мирное, независимое государство. Но мы никогда не ступим за границы своего государства с оружием. Но и также любой агрессор, который нарушит наш мир и спокойствие, получит серьезный конкретный отпор. Мы не занимаемся гонкой вооружения. Мы говорим всем, что мы делаем нашу страну безопасной и показываем всему миру то, что мы готовы защититься от любого вида угрозы. И, конечно же, на 7-м Всебелорусском народном собрании глава государства сказал научить наших детей, наших внуков и правнуков тому, что мы ответственны за свои действия. И только мы несем ответственность за будущее нашей страны. Мы должны понимать, для того, чтобы мы могли иметь спокойную старость, мы могли иметь спокойную перспективу и будущее развитие нашего государства. Говорили и о безопасности. Представитель РОЧС напомнил о правилах поведения на воде, о профилактике лесных и торфяных пожаров. Особое внимание уделили детской безопасности и организации оздоровления младшего поколения в летний период. Еще одна тема – профилактика преступлений в сфере высоких технологий и связанных с хищением средств с карт счетов. Улицы Лиды приводят в порядок. В регионе полным ходом идет плановый покос травы. Данный вид работ выполняет служба по содержанию объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг Лидского ГУБ ЖКХ. Она обслуживает почти 140 гектаров газонов на придомовых территориях многоэтажных застроек и более 200 гектаров территорий общего пользования. Это центральные улицы, парки и скверы. В нынешнем году к покосу травы коммунальщики приступили с 22 апреля. Подробности в нашем следующем сюжете. С наступлением весны у работников Лидского жилищно-коммунального хозяйства прибавляется немало забот, одна из которых – благоустройство дворовых территорий, парков и скверов. Ежегодно с приходом тепла коммунальщики сталкиваются с такой сезонной проблемой, как покос травы. За достаточно короткий промежуток времени им предстоит привести в порядок газоны в разных уголках города. В этом году они приступили к работе с 22 апреля. У нас на обслуживании находится 139 гектар газонов на придомовых территориях. Это центр, Росляки, Красноармейский, Слобода. И также на обслуживании еще Первомайский, Минойты и Зитва. Также у нас на обслуживании 219 гектар территории общего пользования. Это центральные улицы, скверы, парки, бульвары, курган Бессмертия. Лидские коммунальщики стараются как можно раньше скосить траву в парках и на других закрепленных за ними территориях. Работы выполняются с учетом погодных условий. На данный момент покос травы уже полностью произведен в микрорайоне «Север». В настоящее время обкашиваются дворовые территории по улице Рыбиновского, Тухачевского, в Новом Южном городке и центре. Затем по плану микрорайоны Гастелло и Слобода. Вообще придомовые территории у нас в среднем получается выкашивать раз в 2 месяца. По мере отрастания травы центральная же улица, конечно, мы можем и раз даже 2 недели обкашивать. Если холодная погода, конечно, трава растет медленнее, если дождливая и солнечная, то, конечно, быстрее. Для облагораживания придомовых территорий работники жилищно-коммунального хозяйства используют специальные триммеры и мини-трактора. В нынешнем сезоне на покосе травы задействовано 27 единиц техники. Наводят порядок во дворах и на улицах не только рабочие зеленого строительства, но и сотрудники других подразделений Лидского ГУБ ЖКХ. Водоканал, ЖЭСы нам помогают, ПОК, предприятие отопительных котельных. Ну и берем со стороны желающих поработать на летний период. Василий Лобус трудится в жилищно-коммунальном хозяйстве 10 лет. На покосе травы он задействован не первый год. Мужчина понимает, какая ответственность на него возложена, поэтому работает с большой самоотдачей. Ему нравится делать свой город чистым и уютным. Каждое лето мы помогаем косить, чтобы было красиво в нашем городе. Второй год на тракторе, а так ходил я с косой. Ну, конечно, с косой тяжелее, чем на тракторе. Покос растительности на придомовых территориях выполняется не только в эстетических и экологических целях, но и для безопасности горожан. Потому как клещи активны весной и летом и обитают не на деревьях, а в густых кустарниках и траве. Работы по покосу будут продолжены до конца сезона. Бытовые отходы и крупногабаритный мусор. Часто рядом с контейнерными площадками можно увидеть картину, напоминающую свалку. Отслужившие в быту крупногабаритные вещи –
портят не только внешний вид дворов, но и создают проблему вывоза бытовых отходов для работников жилищно-коммунального хозяйства. Как избавиться от ненужных вещей, не нарушая закон, и сохранить чистоту дворовых территорий, разбиралась наша съемочная группа. Каждый день человек что-то создает. Полезную технику, вкусную еду, красивую одежду и мусор. Хотим мы того или нет, но современный мир сложно представить без отходов. И если схема избавления от бытового мусора понятна, что делать с крупногабаритным и строительным знают не все. И как следствие, дворовые территории все чаще становятся похожи на склады. В процессе жизнедеятельности человека образуются отходы, которые не подлежат размещению в контейнеры. Таким отходом можно отнести крупногабаритные отходы, строительные отходы, остатки растений, а также изношенные шины. К крупногабаритным отходам относятся отходы, размер которых не позволяет складировать эти отходы в контейнеры. Крупногабаритные отходы складируются в специальные отсеки на площадках. В случае отсутствия отсека рядом с контейнерными площадками, вывоз таких отходов производится по графику, ежедневно с 8 утра. Изношенные шины относятся к отходам потребления и подлежат сбору в организациях, оказывающих техническое обслуживание, шиномонтажные услуги. Допускается размещение изношенных шин на площадках для сбора крупногабаритных отходов. Контейнерные площадки рядом с жилыми домами уже стали привычными для горожан и не цепляющими глаз. Однако, особенно с наступлением сезона ремонтов, часто возле мусорных баков можно увидеть сломанную мебель, доски, неисправную сантехнику и другие крупные предметы. Но входит ли сбор крупногабаритного и строительного мусора в обязанности работников ЖКХ? К строительным отходам относятся отходы от капитального ремонта помещений. Это бетон, кирпич, плитка, бой различный. Запрещается размещать строительные отходы в контейнеры и на контейнерных площадках. Вывоз строительных отходов производится на платной основе или самостоятельно на полигон Харужицы. Более подробную информацию можно получить по телефону 543-102 или по адресу город Лида, переулок Транспортный, 4. На площадках с пометкой «крупногабаритный мусор» действительно есть возможность оставить мебель, диваны, кресла, столы, стулья и бытовую технику в разобранном виде. Однако такие места можно найти не в каждом дворе. Бывает и такое, что жильцы сами изъявляют желание оборудовать дополнительно такую площадку. Для строительства дополнительного отсека крупногабаритных отходов жильцы могут обратиться в дорожно-эксплуатационное производство, и этот вопрос будет рассматриваться при наличии технической возможности. В случае явления фактов складирования строительных отходов на контейнерных площадках или на землях общего пользования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. За уборку дворовых территорий отвечает дорожно-эксплуатационное производство ЖКХ. Однако поддержание чистоты – это и ответственность горожан. Если у вас возникла необходимость избавиться от строительного мусора, сделать это можно, позвонив по телефону 54-1102. Тем самым сохранив чистоту нашего города. Лидская центральная районная больница одной из первых в области начала тестировать женщин на вирус папилломы человека. Это хроническое инфекционное заболевание передается преимущественно половым и бытовым путем. Оно поражает слизистые оболочки и кожные покровы. Зачастую болезнь на протяжении длительного времени протекает бессимптомно и проявляется только при снижении иммунитета. Для женщин вирус папилломы человека может стать причиной развития рака шейки матки. В рамках государственной программы по профилактике смертности в Республике Беларусь и диспансеризации населения в нашей стране в Лидской ЦРБ проводится тестирование на вирус папилломы человека у женщин возрастной категории 30, 35, 40, 45, 55, 60 лет. Мы уже протестировали 2020 женщин, выявили 170 носителей этого вируса, обследовали углубленно в установленном порядке и выявили 15 предраковых заболеваний. Сдать тест на вирус папилломы человека можно в фельдшерско-акушерских пунктах, смотровых кабинетах городских поликлиник и в женской консультации. Тестирование проводится на бесплатной основе. Не оставляйте детей одних. Общеобязательное правило, которым некоторые родители периодически пренебрегают. Такое легкомыслие часто приводит к несчастным случаям. С целью их предупреждения и привлечения внимания к обеспечению детской безопасности
деятельности работники МЧС ежегодно проводят информационно-пропагандистскую кампанию. В Лиде ее старт был дан в торговом центре «Лида Парк». Спасатели напомнили родителям, что именно они отвечают за безопасность детей. Вручили им информационные буклеты. Маленьких посетителей торгового центра привлекали интерактивной площадкой с играми и викторинами, за участие в которых вручали полезные подарки. Подобные инициативы будут проводиться в разных учреждениях Личины до конца месяца. А 1 июня спасатели пригласят поучаствовать в ярких и масштабных мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам детской шалости с огнем, предупредить пожары, а также не допустить детской гибели на них, снизить количество чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечить их общую безопасность, в период с 15 мая по 1 июня на Личине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних», приуроченная к Международному дню семьи и Дню защиты детей. В местах массового пребывания людей, в торговых точках, в магазинах детских товаров спасатели организуют работу тематических площадок, в ходе которых проведут с участниками акции интерактивные беседы, викторины и игры на тематику безопасности жизнедеятельности. В учреждениях здравоохранения акцент будет сделан на школы материнства, роддома, женские консультации. Особое внимание спасатели уделят будущим и молодым родителям. Проведут с ними интерактивные занятия и беседы. Работники МЧС посетят родительские собрания в дошкольных учреждениях и учреждениях образования, где проведут разъяснительную работу с родителями и продемонстрируют такие фильмы, как «Цена мгновения», «Не оставляйте детей одних» и «Вода ошибок не прощает». Финальный этап акции пройдет 1 июня в Международный день защиты детей. На открытых площадках парка культуры и отдыха, возле торговых точек, кинотеатров пройдет праздничное мероприятие, интерактивные игры, беседы, квесты, викторины, работа ростовых кукол, концертные номера и многое другое приготовили спасателей для родителей и детей. Присоединяйтесь к нашей информационной кампании и сделайте детство своих детей не только счастливым, но и безопасным. В Госпогранкомитете уточнили правила безвизового въезда для участников и гостей Славянского базара в Витебске. Основные мероприятия Международного фестиваля искусств запланированы с 11 по 14 июля. Для организаторов и участников предусмотрены отдельные преференции, которые будут действовать с 4 по 21 июля. В частности, для иностранцев, имеющих действительные документы для выезда за границу, будет установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Выезда из нее в любом международном пункте пропуска страны и временного пребывания в Беларуси. Отметим, с начала года возможностью въезда в Беларусь по безвизу воспользовались свыше 81 тысячи жителей стран Евросоюза. Это граждане Литвы, Польши, граждане и неграждане Латвии. Всего же с начала действия безвизового режима возможностью проследовать в Беларусь без визы воспользовались 882 тысячи 246 иностранцев. На этом выпуск завершен. Эфирные материалы доступны на YouTube-канале Лида ТВ и информационных ресурсах Лида Медиакомпании. Быть в курсе актуальных новостей из жизни региона можно также, подписавшись на Лидскую газету. Я же с вами прощаюсь. До завтра в эфире Лида ТВ.